Всем большой привет! Это канал «Быстрые блюда» и я, Виктория. Сегодня мы будем готовить один из любимых моих завтраков – вафли. Вафли для вафельницы. Полное количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. И также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые оригинальные рецепты. Конечно же, для этого рецепта нам понадобится электровафельница. Очень советую приобрести, если у вас еще ее нет. Замешаем тесто, смешиваем 3 яйца с сахаром. Добавляем молоко. Растительное масло, также вы можете добавить сливочное масло. И стаканчик йогурта, йогурт без вкуса. Все хорошо замешиваем до однородности. Для ароматного вкуса добавляем чайную ложечку ванильного экстракта, также это можно заменить ванильным сахаром. Смешиваем разрыхлитель с мукой. Высыпаем муку в заранее замешанное тесто и хорошо перемешиваем. Не забываем немного подсолить тесто. Лучше это сделать в начале. Тесто готово, ставим нагреваться вафельницу и примерно небольшой половник выливаем с одной и с другой стороны, плотно закрываем и буквально через 2 минуты вафли уже готовы. То же самое проделываем с остальным тестом. Традиция есть вафли пришла к нам из Европы. Это блюдо стало готовиться и быть распространенным в Европе еще с 13 века. Но оно было более распространено у бедных, у крестьян. В наше же время, в 21 веке, вафли – это всегда праздничное блюдо, которое можно найти на всех выставочных площадках, ярмарках и уличных рынках. Существует большая разновидность разных рецептов вафель. У нас рецепт сегодня нежирный, без сливочного масла, на йогурте. Обязательно попробуйте. Такие вафли-гофры у нас получились. Это очень простой рецепт и подойдет как на завтрак, так и на десерт. Подавать их можно с разными фруктами, вареньем. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю хорошего дня и хорошего настроения.